В Мерсине есть очень красивые разные места, которые еще много людей не знают. Вы только можете увидеть такие места через компанию Arbatoms. Друзья, сейчас мы очень красивое место находимся. Здесь горная река. И здесь очень красивое такое дерево, высокое и прохладное немножко, чем центр Мерсина, друзья. Потому что мы перед гору находимся от центра Мерсина, от Томики, от Теджи, недалеко это место в самом деле. Поэтому я вам хочу сказать, друзья, если вы приедете в Мерсин, здесь 2-3 дня вам не хватает. Здесь надо просто жить, чтобы весь область, весь город изучать. Надо здесь жить, друзья, потому что город очень разнообразный город, очень богатые исторические места, очень красивые разные песчаные пляжи есть, друзья, дикая природа. И есть очень интересные разные районы, разные жизни. И местные населения тоже очень отличаются. Центр Мерсина другие, и перегород Эрдем, и перегород Селитке совсем другие люди, друзья. Поэтому, если вы хотите колоритно жить, если вы хотите просто натурально, искренне жить, друзья, здесь надо в Мерсине просто остаться и жить. Просто так жить. Так что для этого что нужно? Нужно здесь купить недвижимость, друзья, пока доступная цена, пока не дорожал совсем, потому что пока аэропорт не открыт, пока не открыли аэропорт. Как-то аэропорт откроется, совсем другая цена будет, поверьте мне. Поэтому, если вам нужно для своей кошельки, для разных кошелек здесь недвижимость есть, друзья. Элитная недвижимость есть экономный вариант. Нужно просто заходить на нашем сайте arbatoms.ru, друзья. Либо можете индивидуально ко мне обращаться через Viber, WhatsApp и Telegram. Под видео есть все мои контакты. Но у меня здесь сейчас гость. Вот такой гость у меня из Сибири, да? Сибирь? Да. Из Сибири? Да. И из Сибири, всем... из России у меня гости, но не гости, уже мы как свой человек, да, Ринат? Да, с Асамблеем мы знакомы уже 2 года. 2 года прошло, да, как раз обсуждали, время быстро идет. Да, ну всем привет, здравствуйте, ассаламу алейкум, мараба. Ну, 2 года вы постоянно здесь, Ринат? В 2020 году, в августе месяце мы приехали, купили, приобрели недвижимость. Сколько штук? Купили родителям, себе. Еще третью квартиру взяли, купили. Для, с точки зрения, так сказать, инвестиции. Вот. Ну, в 2020 году, значит, купили недвижимость, закрыли и уехали обратно в Россию. Затем началась пандемия. Локдауны, закрытие границ, в общем, вот это вот наше отсутствие здесь продлилось еще год, вот. Ну и вот сегодня 22-й год, июль месяц, конец. Практически уже 10 месяцев здесь находимся, с осени 21-го года, вот, ни о чем не жалеем. Я здесь с семьей, семья у меня. Вы постоянно здесь, Ринат? Или приезжали? Да, на протяжении вот 10 месяцев. Не надоели еще? Постоянно здесь. Нам все нравится. Попали мы на осень, получается, с октября месяца, с конца октября месяца. Ага. Осень здесь шикарная, просто бархатный сезон.
До декабря месяца купались в море. Декабрь месяц купались, да, в море? Да, конечно. Очень интересно. Потому что температура воды здесь позволяет. То есть для меня, допустим, 23-22 градуса – это комфортная температура для воды. Поэтому и купались. До первой декады, ну, то есть первая декада декабря еще вполне можно ходить на пляж, купаться. Затем наступает зима. Зима, так сказать, одно название для нас, как людей из Сибири. 15 градусов днем, тепла, это очень хорошо. И как местные люди относятся к вам? А можно, да, здесь я сижу? Разрешаешь? Я не люблю как-то далеко чересчур. Да, можно, да? Вот так, да-да-да. Конечно, местное население добродушное, очень нам нравится, то есть... вполне адекватные люди для жизни, очень комфортно, то есть объяснят все, вплоть до там, я не знаю, за ручку проведут, вот первое время особенно сложно было, абсолютное отсутствие знания языка, испытывали, ну, некоторые трудности, ну, все равно же есть фразы, там, предложения, которые ты должен знать. Элементарно там спросить, как пройти и так далее, сколько стоит. Вот. А жизнь дешевле или дешево здесь? Пожелать хорошего настроения. Дешевле или дешево? Дорого или дешевле здесь? Сразу скажу, что жизнь здесь намного дешевле. Если взять, к примеру, ту страну, откуда мы, тот регион, откуда мы из Сибири. Здесь семья из пяти человек. То есть вполне укладываемся в 20-25 тысяч рублей. Сколько лир это? Это порядка 6-6,5 тысяч лир местной валюты. Вполне укладываемся. Я беру в счет продукты питания. Ни в чем себе не отказываем. То есть каждую неделю рынок. Два раза даже в неделю поставим вот эту вот гора овощей, фруктов на столе, продукты питания. Продукты питания тоже намного вкуснее, ну как, ну, вкусные. По качеству, особенно молочная продукция, очень нравится. Очень приближено, может быть даже, ну как бы, все равно же это маркетинг, я знаю, что это такое. И довели до совершенства, так сказать, вкус продуктов, да? То есть очень нравится, особенно молочка. А вот. Как вы узнали про город Мерсин? Тем более это 2 года назад. Сейчас уже, да, много рекламы, много людей уже знают город Мерсин. А почему город Мерсин и как узнали? Интересно. Ну, все начиналось еще с далекого прошлого. То есть, так как мы живем в Сибири, климат очень холодный, так сказать, лето. Солнечных дней намного меньше, чем здесь. И хотелось всегда переехать в сторону моря, хотя бы поближе. Где тепло, да? Совсем хорошо было бы, конечно, в мечтах жить у моря. Поэтому рассматривали берега Краснодарского края. Вот. Присматривались по ценам, все. Планировали бюджет. Ну, помогал нам в этом плане YouTube. Но также, получается, что хотел сказать еще, что сподвигло, да, переезду вот именно в Турцию. Живя еще там, в России, ежегодно мы с семьей, ну, старались, по крайней мере, раз в год, раз в 2 года съездить в теплые края, посмотреть страны. Посмотреть, как люди живут, ну, отдохнуть, ну, 2 недели. И на это у нас уходило порядка, ну, 200, ну, наверное, 250 тысяч рублей на семью из 5 человек. Вот. Сейчас же мы имеем следующее. Мы на 200-250 тысяч в год, в принципе, живем здесь. Круглый год. Это с учетом коммунальных расходов, с учетом продуктов питания. Вот, одежду сюда я не закладывал, ну,
20-25 тысяч рублей. Угу. Вот. Что хотел сказать. Сколько детей? 200-250 тысяч рублей мы раньше отдавали за 2 недели пребывания в какой-то другой стране. В той же самой Турции. 250. А сейчас у нас эта сумма на целый год пребывания здесь. Сколько детей? Понимаете? У меня 3 детей. А здесь родили они? Нет, у меня дочь, самая младшая, родилась в августе 21 года. Ну и как-то это, недолго думая, сразу же, как исполнилось ей месяц, сразу же сели на самолет и прилетели. В России, сюда, да, родили? Да, в России родилась. Вот. Дети у меня школьного возраста, 2 детей. Дошкольного и школьного. Какая прелесть. Да. Да. Кушай. Никого не слушай. Кушай, никого не слушай. Природа здесь вот такая вот открытая. То есть домашние животные здесь, даже вот где мы живем, спокойно ходят, гуляют, никто их не трогает. Безопасно, да? Безопасно, да. А в Мельцине какой-то минус есть? Можешь сказать, какой минус здесь? Что-то это какой-то проблемы толкнулся? Ну вот смотрите, как я уже раньше говорил, получается, мы купили квартиру. Через чуть дешево купили, поэтому это минус, да? Мы купили квартиру, мы купили очень хорошо. Да, благодаря СМБ и его команде. Очень хорошо, да. Я что хотел сказать? Купили квартиру, закрыли и уехали. Проплатили Айдат за год. Айдат – это плата за обслуживание комплекса. Квартира у нас в комплексе, то есть за то, что идет обслуживание территории комплекса, там озеленение, вот это вот, площадки, бассейн, спортивные площадки, бассейн, беседки, мангал. Ну, то есть в целом это плата как бы за обслуживание жилья Айдат. Мы проплатили его за год и уехали. А там наступила пандемия, закрылась, ну как бы и платить не было возможности тогда еще. Я что-то по интернету не прошарил эту тему. Ну, в общем, на нас образовался долг по Айдат. И управляющая компания, это, кстати, вот всем полезно знать, управляющая компания, если вы не оплачиваете больше 3 месяцев эту плату за обслуживание жилья Айдат, она отдает ваш долг адвокатам, те в свою очередь возбуждают. Да, они имеют право это, потому что вот, если они официально работают, имеют право. Да, такая особенность есть, нас об этом, ну, мы не знали просто. Да, и вот были, да, вот столкнулись с этим вот, с этой маленькой неприятностью. Ну, сейчас все нормально. Ну, потому что это был виноват. Да, надо, мы не заплатили, мы не знали тогда, что да, что будет ограничение на въезд и так далее. У нас образовался долг. Ну ладно, бог с ним. А так, конечно, самое, что нужно иностранцам, приехав в Турцию, это изучение местного языка, турецкого языка. Это самый главный этот. Вы теперь решили здесь остаться навсегда? Да, ну как, сейчас в наше время нельзя загадывать заранее в связи с политической ситуацией. Ну, то есть, сегодня так, завтра так. Но так, да, конечно, хотелось бы намного-намного дольше провести, да. Не, ну, по крайней мере, мы ни о чем не жалеем. Мама, папа тоже здесь? Мама, папа, да. Да, они тоже здесь. Здесь отдыхают уже. Им очень нравится, да, здесь. А вы они сразу регулярно в Мельцин переехали или после Алания, после Анталии сюда? А, ну вот, значит, по тему про YouTube я еще не договорил. То есть рассматривали побережье Краснодарского края, присматривались. И так как мы ездили в разные страны, тоже так заглядывались на стоимость жилья в той стране, в этой стране. Ну и, конечно, на климат. Нас подкупил климат, стоимость. Здесь понятно, что натуральных овощей, продуктов, это все дело подкупило. Значит, смотрели Аланию, да, в первую очередь, если вот мы же все равно приезжали сюда как туристы, смотрели Аланию, Анталию, про город Мельцин мы даже слухом не знали, да, что есть такой город, оказывается, он есть.
тоже на берегу Средиземного моря. Он еще, получается, юго-восточнее от Алании на 500 километров. Вот. Присматривались, также вышли на Арбатхомс, смотрели Аланию, цены смотрели там на недвижимость. Ну и как-то вот так вот увидели ролик про Мерсин. А что за Мерсин? Что за город такой? Дай-ка посмотрим. Загуглил, все, посмотрел. Набережные, пляжи, заинтересовалась. Ну, то есть заинтересовала меня, да, эта тема с этим городом. И сцена перевелькала, наверное, и... еще. Да, и в первую очередь, да, еще и цена тут, ё-моё, цена на недвижимость. Да. И доступная. В то время, ну, наверное, на порядок, да, раза в два, наверное, дешевле было, чем в Алании. Угу. Это же тоже фактор. Три раза дешевле. Да, в три раза дешевле да, было, да. Чем этот. Тоже немаловажный фактор. Угу. Вот. Недвижимость здесь очень хорошая в плане комфорта. Комфорта. То есть очень хорошие ремонты в квартирах. К примеру, в России такая недвижимость, она будет на порядок. И выше. С видом на море, да? И с видом на море, да, если то у тех же самых, да, берегов Краснодарского края там. Короче, друзья, если вам нужно для разных кошелек бумерсная недвижимость, в нашем сайте вы можете найти arbatoms.ru. Что такое? arbatoms.ru. Агентство arbatoms.ru. Заходите на нашем сайте, там есть отель Мерсин, друзья, ссылка недвижимость Мерсин. Нажимаете туда и сразу вы попадете недвижимость в Мерсин, друзья. Для разных кошелек есть, друзья, актуальная цена. Мы часто обновляем. И более подробную информацию про город тоже можете найти через наш сайт. Там есть стадия, там есть новости про город Мерсин, друзья. Так что, друзья, Ринат с вами был, Сибирь. Россия с вами и город Мерсин тоже. Хочешь что-то добавить? Да. Хотел вот добавить для семей, которые переезжают сюда с детьми школьного, дошкольного возраста. В любом случае у них возникает вопрос, а как у меня ребенок будет получать образование, да? Yeah. Вот, ну, у меня же получается ребенок дошкольного 5 лет и школьного. Ходит, да? Да. То есть какой момент мы... Хочу отметить, школы здесь все, получается, есть государственные, есть платные. Частные. Частные, да. Частные школы, да. Здесь в зависимости от того, насколько способен ребенок освоить турецкий язык, все зависит от этого. Если у вас ребенок усидчивый, то есть склонен к изучению языка, ну, как в моем случае, вот мы отдали ребенка, получается, в государственную школу, вот. Ну, у нее не пошло, да. Ну, есть такой момент, да, ну, что сделаешь? Адаптация не пошла, что не пошло? Да, изучение турецкого языка. Изучение турецкого языка у нее вот тяжело пошло. Ну, дети все разные, вот. И поэтому... В будущем мы приняли решение, да, чтобы ребенок получал образование онлайн в Российской Федерации. Угу. В России. На родине. Здесь, кстати, есть курсы турецкого языка бесплатные, вот управление городом от Белидия, так называемого. Есть бесплатные в каждом районе. И платные есть курсы. Вообще образование в Бумерсине очень хорошее. Здесь университет тоже есть, факультет да, есть. Да, да. И каждый район есть. Практически каждый район государственной школы есть. У нас государственные школы очень хорошо. И просто если вам по поводу образования информация нужна, друзья, также на нашем сайте есть arbatoms.ru, либо ко мне можете обращаться индивидуально под видео. Все, мои контакты есть, друзья. Какая красота, да, Ирина, смотри. Я это сразу же заметил, да. Прекрасное место. Смотри. И вот подобных мест, это мы, получается, отъехали ближе к горам. То есть город он протяженный, а в тылу горы. И вот чем ближе к горам, вот здесь и зона комфорта такая, особенно здесь по-другому дышится, вообще шикарно.
Да, и еще, еще такой момент. Какой момент? Покупая, значит, недвижимость, главное работать с хорошей компанией, с хорошим агентством, которое не подведет, которое проведет вас от аэропорта до получения вами абонементов там за газ, за воду, за электричество. Вид на жительство. Вид на жительство тоже. Сдавать аренды. Помогут. Давайте, теперь трахнем помаленьки. Хватит. Много информации дали бесплатной. Правильно? Вообще консультация должна быть платной, правильно? Да, вообще по душам поговорить вот в таком месте. Да, конечно. Друзья, с вами был Ренат и компания Арбатомс и город Мерсин, друзья. Самый южный точка в Турции. С вами был сейчас город Мерсин, друзья. Это уникальный город, интересный город, перспективный город, который сейчас, где растет рост цен на недвижимость очень быстро, и здесь, в городе Мерсин, друзья. От и до вся информация у меня есть, друзья, про город Мерсин. Почему? Потому что Асымбей здесь родился. Он знает намного больше, чем мы. Угу. Потому что я здесь родился. Я здесь живу. Живу. В каждом моменте живу. Конечно. Поэтому я вам хочу сказать, друзья, я могу душевно своей родине вам рассказывать, потому что это моя задача, не только недвижимость продавать, вам сказать до свидания, просто моя задача еще свою родину очень правильно рекламировать. Всем удачи, друзья, берегите себя. Всем счастливо. Спасибо, Ренат. Спасибо. Красивый, да? Вот это.